Швейцарское качество. 18 предметов. 30 лет гарантии. Нержавеющая сталь 18/10. Оля еще не знает, я сейчас буду... 18... Что тебе служило последний раз 30 лет? Ой, да, наверное, понятно? Из кухонной утвари точно ничего. Минуточку внимания. Первая кастрюля объемом 5,8 литров. Следующая кастрюля объемом 3,5 литра. Следующая кастрюля объемом 2,6 литра. Вот эта пара объемом 1,8 литра. Сковородка сотейник также идет в комплектацию с настоящей мраморной крошкой. Идет фритюрная сетка. Идет лопатка, шумовка, половник. Две бакелитовые подставки. И, внимание, можно показать посуду и меня. Только здесь, только сегодня. В каждой крышке встроен термометр. Раз. А теперь, Оля, смотри и озвучивай, что ты видишь. Швейцарское качество. 30 лет гарантии. Читай. 30 лет. С ума сойти. 30 лет гарантии. Вы видите этот? А теперь, внимание. Это высокопрочный, высококачественный набор с функцией контроля температуры из 18 предметов. Олег, многие сейчас скажут, а зачем мне контролировать в моей кастрюле Хорошо. Температуру? Хорошо, минуточку внимания на экран. Смотрите, что я вам демонстрирую. Обыкновенная сковородка, сотейник, которая стоит, наша сковородка стоит на плите. Я здесь готовлю большой кусок, я убираю. Смотрите, какой большой кусок мяса вместе с картошкой и не раскиселилось, не разломалось. А все знаете почему? Я отправляю ваш взгляд именно сюда. Температура приготовления около 80 градусов, да, вот видно? Да, около 70-80 градусов. Я оставил ее на томление, потому что только наш набор посуды высокопрочный имеет функцию контроля температуры в каждой крышке. Эта крышка идет к каждому набору. Теперь достаем. Здорово, слушай, ну вот еще ты сказал, что здесь у нас 30-летняя гарантия, да? Вот почему посуда вот действительно настолько качественная и долговечная? А потому что эта дизайн-студия разрабатывает именно в Швейцарии. Кстати, в Европе очень качественно делают посуду. Очень. Потому что ты знаешь, что многие кулинарные изыски идут из Европы. А значит, там уже проверенное качество. И повара для тех, кто изготавливает эту посуду, они знают потребность шеф-поваров. Теперь вы сможете готовить как настоящий шеф-повар. Повар. За счет чего, Олег? За счет чего мы станем все шеф-поварами? За счет, внимания, стали 18/10. Внимание на экран, поехали. Итак. Сталь 18/10. Так. Это первая цифра означает наличие хром, это защищает от коррозии. 10% никель – это блеск. Дальше, легко моется, легко ухаживает, нет привкуса металла, это тоже самое главное. Вот расскажи нам, пожалуйста, как шеф-повар, поделись, как ты готовишь вкусный картофель? И используешь ли ты для этого именно профессиональную посуду? Обязательно, прежде всего, чтобы все в зависимости от того, какое я блюдо готовлю. Если я готовлю гарнир, и мне надо, чтобы картошка не развалилась, не раскисела, к примеру, я использую сковородку-сотейник именно с пятислойным термоаккумулирующим капсулом. Абсолютно дном, но мы к этому вернемся. Но я сейчас хочу, перед тем, как рассказать о пятислойном термоаккумулирующем капсульном дне, я хочу показать вам вот это. Здесь у нас мясо примерно где-то 700 грамм. И это мы готовили на плите. Только в сотейнике на плите. Ты посмотри, что у нас получается. Слушай, а сверху ты чем смазываешь? Это мед? Мед, горчицу, бывает томатной пастой я смазываю. Но главное, ты посмотри, что у нас овощи, которые я готовил, они не раскиселись. Знаешь почему? Почему? Потому что наш набор посуды из высокопрочной нержавеющей стали 18/10 имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте посмотрим, что это Внимание значит. Внимание на экран, это профессиональное качество. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Самое главное преимущество. Первое идет из нержавейки, второе идет алюминий. То есть это хорошие металлы, которые соприкасаются друг с другом. Они дают очень положительный результат. Они равномерно распределяют тепло и очень хорошо у нас получается блюдо. Вот я сейчас его хочу показать. Смотрите, друзья мои, вот оно. Я хочу показать. Толщина этого дна практически с палец мужской. Целый сантиметр. Естественно, у вас будет вопрос. Насколько есть ли такие... Мы разрезали посуду. Ну, у всех есть кастрюли, да. Они сразу все начали побежали на кухню смотреть на свои кастрюли. Смотрите. Как распознать? Во-первых, толщина...
Ну, давайте просто я покажу. Смотрите, толщина кастрюли, которая у вас дома, в 3 раза меньше, просто 6 миллиметров, а здесь целый сантиметр. Вот эта фритюрная сетка, она идет в комплектации. Вы представляете, как удобно? Мы приготовили здесь картофельные шарики. Что мне нравится в этой сетке? То, что ее легко можно держать и, смотрите, выкладывать прям без всякой лопатки и шумовки. Выкладывайте, устанавливайте и готовите, например, продолжайте пончики или наггетсы, или, допустим, сырные, там, сырные можно палочки. Попробовать? Да, пожалуйста. Какой смотри, какая вкуснота. У него горячий-горячий пока. Горячий. Слушай, Олечка, ну, давай, пока ты пробуешь, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Горячая. Слушайте, ну, давайте я расскажу о комплектации, друзья мои. Вот эти картофельные шарики мы приготовили прямо во фритюре только что. Еще раз о комплектации и преимущества нашего высокопрочного набора с функцией контроля посуды. 18 предметов, самая большая кастрюля с крышкой и с термометром, стали 18/10 плюс 5-слойное капсульное дно объемом 5,8 литра. Следующая кастрюля 3,5 литра. Следующая кастрюля объемом 2,6 литра. Следующая кастрюля и называю я ковш объемом 2,1 литра. Также присутствует приготовление, можно сделать, например, ну кашу. Кстати, сейчас будем тест проводить. Какой? Сейчас очень важно. На антипригарные свойства кастрюли. Хорошо. Следующее, вы получаете фритюрную сетку, вы получаете сковородку, сотейник с антипригарным покрытием, вы получаете, можно ее отправлять в духовку, мы к этому вернемся. Так, да. Олег нас обещал, что он продемонстрирует, почему к нашим кастрюлькам ничего не прилипает. Да, совершенно верно. Итак, друзья мои, смотрите, сейчас мы вернемся к тесту, пока у нас все готовится. Смотрите, что мне нравится. Здесь есть термометр, давайте покажу. Здесь есть термометр, значит, вы контролируете процесс приготовления. У вас картошка никогда не переварится и не пригорит в этой посуде. Свекла не переварится. Например, картошку варят при температуре примерно 90 градусов. Она получается точнее и, знаешь, как сочнее. Рекомендации при приготовлении добавьте муската. Но смотрите, что я сейчас продемонстрирую. Вот у меня сейчас стоит на плите, разогрелась. Казалось бы, все готово. Но я хочу показать следующее. Это наша картошка в томатном соусе. Она здесь у нас готовится легко, уже практически готова. Я оставил ее на режим томления. И рядом тоже у меня готовится в поддельной кастрюле с пластиковыми ручками, которые еще, кстати, обратите внимание, что сломалась. Ага. Смотрите, что я вам хочу показать следующее. Я выкладываю на ваших глазах картошку, которую я потушил в обыкновенной кастрюле, которая у вас дома. Чем отличается, еще хочу показать, 5-слойная термоаккумулирующая капсула. Я выкладываю, но минуточку внимания, я хочу показать вам следующее. Вот это. Здесь все пригорело. Это знакомая ситуация. Смотрите, я сейчас ставлю, это прямой эфир, убираем, подождите, не уходим. Так. И показываю следующее. Смотрите, что наша кастрюля, еще у нее антипригарные свойства. Прямой эфир показываю. Ага. Выкладываю. Идеально. Смотрите. Ничего не прилипло. Заказывая этот чудесный набор, вы получаете 18 предметов. Вот эти лопатки, шумовки. Смотрите, это все в комплекте. Докупать ничего не нужно. Даже фритюрница в комплекте. Это высокопрочный набор с функцией контроля температуры из 18 предметов.